Актывистов детячих и молодежных громадских объединений, юных журналистов Гомельщины собрал 7-й областный форум «Лидеры 21-го стагодия» – новый формат. Мероприемство проводится с метой поддержки новых инициатив, створения умов для включения школьников у громадскую деятельность. За 4 года молодыми лидерами реализовано больше 300 проектов. Яны тычатся у приватности доброупорядкования гульнявых пляцовок, способов вырашения конфликтов, работы молодежных сродков массовой информации. Над чем працавали юные лидеры сёлета, веда Яўген Пабалавец. Сёлета на форуме молодые лидеры из установ адукации в области представили выники своей працы над проектом «Совет старшеклассников. Открый свой район на ноу». Его старт был даден на летошнем 6-м форуме лидеров. Началось все с того, что мы в интернете нашли очень интересный ролик, который называется «Путешествие вокруг света». Там вот по системе «Вклыл-выкл». Очень интересное видео получилось, и мы решили взять модель этого видео и распространить ее в другие районы, чтобы каждый район попробовал по модели этого видеоролика показать, какие мероприятия происходят в районе. Оценивались идея, монтаж видео и насыщенность подеями у представленном ролику. Переможцами проекта стали представники Хойников, Чачерска и Рахачова. Так само подчас форума лидеры вучнёвского самокирования смогли задать свои пытания начальнику управления адукации Гомельского облвыканкама Сергею Порошину. И самое главное, это в результате таких диалогов и общений рождаются новые интересные проекты не только теоретического, но и практического направления. Например, участие в экологических акциях, благоустройствах территории, воплощение многих проектов молодежных на улицах городов, в районных центрах, в парках, скверах. То есть все то, что наработано молодежью, можно совместно с органами местной власти воплощать в жизнь. Организаторы уверены, что 7-й областный форум лидеров стал пляцовкой для распроцовки и дальнейшей реализации новых молодежных проектов и инициатив, а так само местом для эффективной коммуникации молодых людей за активной житевой позицией. Евген Поблавец, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».